Спасибо тебе за эту великую честь, аминь, что однажды ты пришел, ты стал человеком, аминь, ты прожил на этой земле как человек, ты взошел на Голгофу, пролил свою святую, беспорочную кровь, безгрешную за каждого из нас. Аминь. Мы благодарим тебя, что ты не остался там в гробу, ты на третий день воскрес, аминь, силой Божьей, и ты посажен на небеса, и ты царствуешь. Господь, ты царствуешь! Ты царствуешь на этой земле! Ты царствуешь в твоей церкви! Ты царствуешь в жизни каждого из нас! Господь, мы хотим, чтобы ты царствовал! Мы позволяем тебе! Мы открываем свои сердца навстречу твоему Святому Духу! Мы хотим, чтобы ты сегодня слушал каждого из нас! Мы хотим, чтобы ты сегодня говорил! Потому что ты приготовил для нас это живое слово! Этот хлеб! Ты есть этот хлеб, в котором мы нуждаемся. Мы нуждаемся только в нем, только в нем, потому что ведущий этот хлеб, он и имеет жизнь вечную. Мы благодарим тебя за вечность, которую ты нам даровал. Мы не можем ее заслужить. Никто не может ее заслужить. Это не по нашим делам, это не по нашим заслугам. Господь, мы спасены верою в искупительную жертву Иисуса Христа, в Его жертву. Святую кровь, которая искупила нас, которая заплатила цену. Отец дал эту цену за нас, чтобы вырвать нас из царства тьмы, чтобы избавить нас от рабства греха и привел нас в царство своего возлюбленного Сына, в которое мы имеем прощение грехов, искупление Его кровью. Спасибо Тебе, наш дорогой Бог. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, Святой Дух. Аллилуйя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы сейчас помолимся за детей. Пригласим их, благословим их, как церковь. Они ждут этого. Им это нравится, и нам это нравится. Да. Киндеры. Аллилуйя! Дорогой Отец, Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь, за то, что Ты так щедро благословляешь нас, за то, что Ты доверяешь нам своих детей. Господь, дай нам всегда понимать, всегда помнить о том, что это не наши дети, что это не наша собственность, что это Твои дети, которых Ты доверил нам на время, здесь, живя на этой земле. Господь, дай нам мудрость Твою, понимание, разумение, Твое сердце, Твое водительство. Дай нам слышать Твой голос, Господь, в каждом дне, чтобы мы могли служить им, потому что мы сегодня служим своим детям, здесь, на этой земле. Помоги нам послужить им так, как Ты пришел послужить нам. И мы можем это учиться у Тебя, Христос. Мы можем учиться у Тебя. Помоги нам быть примером для подражания. Помоги нам, Господь, так жить, так любить Тебя, чтобы у них появилась эта жажда. Жажда по Тебе, жажда поиска Тебя. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты хранишь, что Ты защищаешь, что Твоя рука всемогущая, Твоя рука, Господь, благая, многомилостивая, она над нами, над нашими детьми. За все Тебе слава и хвала. Благослови тех, которые взяли ответственность служить им в воскресной школе. Пусть, Господь, у них будет Твое сердце. Ты дай им Твое слово, Господь. Ты дай им, Господь, понимание каждого ребенка, потому что они все разные, Господь. И слава Тебе за это, что мы все разные, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Пусть Твоя любовь царствует, пусть Твой мир царствует, пусть Твоя праведность царствует, Господь, в наших сердцах, в наших семьях, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Христова, Церковь Божья, невеста Христа. Аллилуйя! Бог радуется, Господь радуется, и мы радуемся, да, когда мы собираемся вместе, в едином духе. Только Господь может собрать разных людей, разных национальностей, разного возраста. Мы все выглядим по-разному, да, мы все разных национальностей, но при этом есть этот Дух Божий, и Он дает нам единство. Вне Духа нет единства, вне Духа разделения, вне Духа зависть, соперничество, да. Но когда мы в Духе, когда мы в Святом Духе, приходит единство. Поэтому главная цель наша, христиан, быть в Его Духе, в Духе Христа. Потому что Дух Христа, Он кроткий, Дух Христа, Он смиренный, Он не ищет своего. Он не ищет своего, Он никогда не будет соперничать, Он никогда не будет кого-то унижать за счет возвышения себя. И если есть такой Дух, то это не Дух Христов, как бы он ни назывался. Потому что когда мы смотрим на то, как жил Христос, как Он себя вел, Он изначально, рождение Иисуса Христа, оно было в хлеву. Поэтому Бог, Он всегда показывает нам через Слово Свое, через рождение Своего Сына, что для Него форма внешняя вообще не важна. Самое ценное, самое важное, оно всегда там, где, может, человеческому глазу, может быть, не видно. То, что человек не ценит, но в глазах Бога это очень ценно. И Господь и сказал, когда Он помазал Давида на царство, когда Он послал Самуила, и Самуил, что он стал выбирать сыновей, да, по высоте, по красоте. Но что сказал Господь? Дух Божий обратился и сказал, послушай, ты не смотришь так. Тебе нужно поменять свое видение, свой взгляд. Человек смотрит на внешнее, человек смотрит на лицо, но я Бог, который смотрю на сердце. И увидев сердце Давида, Бог что сделал? Бог взял его, будучи пастухом, и поставил его царем всего Израиля. Он поднял его. И Бог, только Бог. И нам нужно ждать, чтобы Господь нас поднимал. Очень часто плоть наша, она хочет себя возвысить. Не плоть, где-то мы еще не умерли, да, где-то наш разум не обновлен. И все время, она вот время от времени, она пытается себя, знаете, вот проявить, показать, чтобы ее похвалили. Но это не тот путь, это не путь Христа, потому что Христос, путь Христа, это когда ты, чем больше ты себя уничижаешь, тем больше у тебя есть возможность, чтобы Бог тебя поднял. И такой человек, он даже не думает о том. Знаете, ты не ищешь того, будет тебя Бог поднимать, не будет. Ты просто так живешь. А Бог берет и поднимает, если ему это угодно, да? Если он это хочет. Как он поднял Даниила, как он поднял Иосифа. И когда мы смотрим в жизнь этих людей, ни один из них даже, знаете, он как бы, я думаю, что вот эти мужи Божьи, они не мечтали о том, что вот Даниил станет, да, таким великим человеком, или Иосиф. Они об этом не мечтали. Но что произошло, то, что произошло, это была воля Божья, Бог их поднял, но прежде чем поднять, им пришлось пройти через очень большие испытания, через изменение их характера. Они умирали, и умирали очень много лет для того, чтобы Бог увидел, что пришло время, и я могу их поднять, и они там останутся верными мне. Потому что очень часто, когда по-человечески поднимается, к сожалению, это ведет к большим потерям и какой-то катастрофе, да? Когда человек с неизмененным характером, не имеющим плоды Святого Духа, поднимается по плоти, кто-то поднимает его, кто-то помогает. Даже в служении, в церкви, это очень много, очень часто бывает. Человек поднимается, занимает какую-то позицию, кажется, что он духовный, а потом смотришь, что плоды его жизни, они говорят совершенно о другом. У нас сегодня служение свидетельств, это было такое небольшое вступление. Служение свидетельств, оно очень важное. Мы уже много лет это практикуем, и оно является большим благословением для нас, потому что мы делимся Божьей славой, мы делимся, что то, что Бог делает в нашей жизни, в жизни каждого из нас, Он нелицеприятный Бог. Если мы обращаемся к Нему, если мы уповаем на Него, если мы взываем к Нему, Бог отвечает. Отвечает Он по-разному, не всегда так, как мы хотим, не всегда так, как и нам нравится. Но Бог дает ответ, Бог меняет обстоятельства, Бог исцеляет,
Бывает, не исцеляет по-разному, но Он Бог. Ему решать, что делать с нами, как поступать с нами в каждой жизненной ситуации. Поэтому я хочу пригласить наших братьев и сестер, если есть у кого-то свидетельство, можете выйти засвидетельствовать, для того, чтобы наша вера укрепилась. Может быть, кто-то тоже проходит эти сегодня ситуации, да, потому что нет таких ситуаций, которая была бы, ну, чужда для нас. Мы все живем на этой земле, и мы проходим определенные обстоятельства, определенные скорби. И это хорошо, когда я делюсь с вами, а вы делитесь со мной. Это помогает мне. Если я попаду в такую же ситуацию, я смогу вспомнить, я вспоминаю, я говорю, Господь, пришел Господь, ответил, значит, и я просто должна стоять, я просто должна продолжать доверять моему Господу. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Я вот сестра попросила помочь, я не свое свидетельство. Да. Сестра Снежана, и она так будет кивать, а я буду рассказывать. Свидетельство следующего плана. Вы знаете, что, ну, многие знают, что мы как церковь, мы вот так взялись, и семью Снежану с детками мы каждое причастие привозим, они живут в отдалении, и тяжело добираться очень. Вот, и в очередной раз, когда в прошлом месяце было причастие, и ребята приехали на богослужение, побыли, и они поехали назад, и произошла ситуация такая, они попали в аварию. Многие слышали, там мы просили молиться, и такая авария, ну, серьезная, там не по вине водителя, брат наш вез Снежану с детьми, и так, ну, авария действительно была сильная, что бусик аж перевернулся, лег и протащил его, он перевернулся, там все повылетели стекла, бусик, на котором ехали ребята, и та другая машина, там Нива, тоже очень сильно пострадала. Вот. И что самое интересное, что и в бусике, получается, ехала четверо детей было, да? Да, четверо. Четверо детей было. И там, в той машине, было четверо детей, один ребенок был грудной. Вот. И да, и свидетельство силы и славы Божьей состоит в том, что ни один не пострадал. Аллилуйя! Вообще, ни один не пострадал. И Жанна свидетельствует еще о том, что говорит... У меня аж как немного мир, говорит, перевернулся. Я, говорит, раньше думала, что Господь вот определенным образом заботится, что я там не могу никогда в аварию попасть или еще что-то. Он говорит, но потом она едет мне сегодня и говорит, что Господь заботится в тех случаях, которых мы даже не ожидаем. И я увидела, говорит, реально руку Божью, что дети действительно вообще, ну, Леша там немножко руку поранил, ну, тоже не сильно так, уже зажила водитель, да, вот брат наш. А так все остальные вообще, вот просто, это реально слава Божья. Да. Аминь. Аминь. Слава Господу. Еще одно свидетельство. Да, работает. Еще одно свидетельство вот в этой аварии. Я вас заверяю в истинности Божьего Слова на практике. Мы все растем, у каждого духовный рост разный. Но вот у меня такое случилось, когда у нас бусика вытаскивали, и Господь побуждает меня, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И в эта вся ситуация, она открылась абсолютно в другой атмосфере. И когда вышли дети с той машины, и у каждого свой экзамен, и побуждение – милость не оказавшему милости. Не будет милости тому, кто не оказывает милости. Пошли разные атаки, вот он виноват, он должен заплатить, да его надо посадить. Это просто кажется сейчас со стороны. А на самом деле искушение тяжелое такое. И я рада, что Леша... Мы так переглянулись, я говорю, звоним пастору, потому что у меня ставят сразу сотрясение, вся в крови, дети в крови, то есть как бы вот еще свидетельство исцеления, потому что я не поехала никуда. У нас была такая ситуация, если бы мы поехали, его бы посадили. У него четверо детей, грудной ребенок, и Леша, и я, пастор, мы, вот у нас как вот церковь Божия понесла это бремя. И не говорю, что я, мы. Приехал Дима, я говорю, Дима, я не могу, мне настолько тяжело, голова кружится, дети в крови, вот вся эта ситуация. И мир заталкивает меня постоянно в скорую помощь. Иди тебе надо. А я в нее сажусь, и в духе я чувствую, это не то. Потом у меня мысль пришла, озарение, вот на минуту. Зачем она мне нужна в больнице? То есть вера. У меня раз дух поднялся, я говорю, нет, я не поеду. Приехал Дима, мы пошли в другую машину, сели. И, в общем, получилось так, по Божьей воле, по Божьей милости, что Господь дал вот всем нам, как я считаю, вот я так думаю, всем пройти это правильно. Это было правильно, если бы я села в машину или Леша. Мы оказали, как дети Божии,
показали и друг другу, вот, и Господь видел наши сердца, и другим мы показали, мы оказали милость, и нам Господь оказал милость. На следующий день мы все проснулись, и эта милость, мы все живые. Мы все живы. У меня начали цыплята вылупляться. У нас такая радость. У меня была жизнь. У нас вот как Господь вот и духовный. Жизнь, да. И все пошло. Собака залаяла, кошка замяукала. Захар вокруг нас служит нам. Слава Господу за сына. Он мамочка, что там, и таблеточку, и тряпочку. Я лежу, все мы, Аля вот так с рукой лежит. Ну, в общем, просто это было настолько, не было траура. Не было траура, было просто чудо радости жизни. Совсем ситуация была, не знаете, вот мы там, нет, абсолютно, вот атмосфера поменялась. И когда уже несколько дней прошло, я думаю, Господи, а если бы тогда, вот, или, ну, как-то может быть, но Господь усмотрел, что я, допустим, вошла в тот рост, Леша вошел в тот рост, послушание пастора, вот так вот, он мудрость имеет. И мы вышли, а если бы по-другой пошло, если бы мы не простили, там бы сел человек, мать осталась одна, да. То есть совсем другие последствия абсолютно. Слава Господу, просто благодарим всех за поддержку, помощь, за молитвы. Все, спасибо большое. Ой, здравствуйте, я так немножко нервничаю. Прошлое воскресенье было у нас здесь Дима за всех молился. За меня молился в том числе. Проблема у меня была в том, что ну, на протяжении года у меня в области мозга он начинал холоднеть. То есть мозг он у меня холоднел. И в течение года он еще добавлялась головная боль. То есть это потом в течение ну, месяца, наверное, у меня и мозг холодный, и волосы холодные, и головная боль. Просто-напросто. Дима за меня помолился, я чувствовала, как вот именно вот поток Божий, все через него. Я села, когда на место, меня трясло до такой степени, то что минут пять, наверное, еще отходила от этого. Я серьезно говорю. Потом на протяжении следующей всей недели я вставала с головной болью, я ложилась с головной болью. У меня была вообще квадратная голова. Через неделю было ну, тоже служение, я сидела там в конце в самом, с ребенком, он у меня уснул, все. И во время прославления я вижу, как Господь касается моего мозга. Он просто череп раскрывает. Об этом Дима потом говорил. Я вижу свой мозг, а в этом мозгу столько хлама. Реально, там и стекла, и бумажки, как бы. И произошла определенная работа, я видела руки Господа, которая это все удаст. Аллилуйя! Он залил мне какую-то жидкость еще в голову. У меня голова вообще была холодная. Не, ну, мне было очень страшно, я вам сразу скажу. Потом это также мозг, он, ну, черепная коробка закрывается, я это все чувствую на физическом уровне. Это все зашивается. Все. Прошло 3 недели. В течение 3 недель у меня не головные боли, у меня не обморожение мозгов. Я спокойно. Слава Богу просто. Господь, Он великий. Да, аминь. Здравствуйте. Хочу свидетельствовать тоже об исцелении. Были у меня боли определенные в области поясницы. Вот я рассказал на домашней группе, мы помолились. Потом, после молитвенного служения, попросил всех, кто был в службе, молиться за меня. Пастор возложил руки, помолились так тоже огненно, хорошо. Пришел домой, чувствую, у меня такое ощущение, прям вот такой любви прям вот в этом месте. Не знаю, такое прям движение, тепло. Ну, очень круто, очень классно. Я еще хочу какую-то проповедь посмотреть. Посмотреть не могу, потому что это чувство нарастает. Приходит такая радость и смех. И, в общем, на следующее утро я проснулся, и как бы симптомы, ну, уменьшились намного. И постепенно-постепенно они как бы утихали. И это исцеление, оно ну, живет внутри по сей день. Я верю и чувствую, ощущаю, что Господь, Он там вот, творит свою работу. Слава Иисусу! Молиться, не умаляйте этой нужды.
своем сердце и в чужих сердцах тоже. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аминь. Добрый день, драгоценная церковь. Меня зовут Валентина, кто не знает. Я хочу засвидетельствовать о славе Божьей молитвы, которая действует в нашей жизни. Было несколько ситуаций таких. В общем, у меня муж, ему осталось 2 года доработать до пенсии. Ну, получилось так, что он был у нас обантуренно хороший, и утром идти на работу, он не проходит алкотесты. Мы уже с ним в шоке. И не знаем, что делать. Все перепугались. Его отправили на больницу строителей сдавать анализы. Что делать в таком случае? Конечно, обращаться за помощью кому? В церковь. Звоню Диме, звоню всем, кто может поддержать меня в молитве. Мы начинаем молиться. Господи, и это слава Божья, Господи. Я так молилась, я не знаю, Дима сказала, что мы тебя поддержим, но тоже молились за меня. Что я даже не заметила, сколько прошло времени. Я перестаю молиться, звонок, и муж говорит, что алкоголя в крови не показал. Аллилуйя, слава тебе, Господи. Но что самое интересное, что моя дочь, которая возила его туда на анализы сдавать, это же мои неверующие дети, которые 3 года назад говорили мне: мама, ты что, ты куда попала, это секта. И с этим делом не шути, потому что в дурку можешь загреметь. И вот я была одна, а они были все против меня. Но сейчас, когда она увидела это, и вот самый такой момент, интересно, как Бог действует, да, через молитву. И тут происходит такая ситуация, вот как-то получается это вот, ну, в течение месяца-полтора. Попадает в аварию ее подружки, мама, и она звонит мне и говорит: мама, помолитесь, потому что она увидела уже эту славу, как она действует, эта молитва в нашей жизни. Мы помолились, я же опять в церковь, все вместе молились, и слава Богу, Господи, сделали ей операцию, она была без сознания, сделали операцию, удалили почку, но она уже дома. Слава тебе, Господи! И что самое интересное, дети мои это видят, и дети обращаются уже ко мне. Если они раньше говорили, ты что, то сейчас сразу ко мне. Слава Богу! О том, как слово от Господа, ну, сказанное им вовремя, производит определенную работу. Это было зимой, у нас определенная ситуация была, вы Дмитрий Михайлович знает, там, но она была тяжелая в плане в том, что были определенные, ну, обстоятельства, и мы с мужем не знали, что делать. И это был понедельник, когда я Дмитрию Михайловичу позвонила и сказала: все, я больше как бы не могу. И я была на работе, мы помолились. И в понедельник это у нас молитвенная. Но я в таком состоянии, думаю, идти уже или не идти. И я прихожу на молитвенную, но я молиться я, естественно, уже не могу. Состояние просто разбитое. А ситуация была в том, что, ну, финансы — это всегда тяжелая как бы тема для людей. И когда приходит дьявол, он искажает ситуацию, и вот я как человек, я понимаю, надо простить, ну как, но я не могу, без Господа я не могу. И буквально после молитвенной ко мне приходит одна сестра и говорит: вот, уже несколько, ну, недель или месяцев она как бы получила слово, говорит: я не знаю, к чему оно относится, но я не могла тебе его сказать, то меня нету, то тебя нету. И она ко мне подходит и такая говорит, я не знаю, к чему это относится, но, может, ты знаешь. И говорит: мне Бог сказал, что Иисус совершает за тебя молитву. Вы знаете, все равно, в тот момент, когда я просто начала плакать, потому что я реально почувствовала вот именно как внутри меня, что, ну, как бы, какая-то сила совсем другая. И у меня пришел мир. Вот реально я знала, к чему это относится. И это был, наверное, февраль.
Я это слово просто приняла. Я шла домой, и не то, что мне было грустно, я почувствовала внутри мир, мир Божий, который успокаивает. Я с того момента видела ситуацию по-другому. И вот уже спустя несколько месяцев, даже полугода, мы увидели результат этого слова. Мы проделали такой долгий, пусть скажем так, морально, потому что Дмитрий Михайлович, он знает все ситуации. И сейчас я не выходила раньше, потому что как бы в духовном плане это уже было, но на физическом уровне не было подтверждения. То есть шли какие-то процессы, но именно подтверждения не было. И вот мы были на море, и я вот это утро, я просто, когда я посмотрела, что на мой счет пришли деньги, это как бы был первый платеж, который, скажем так, мы вложили деньги, это был первый платеж, который мы получили спустя 2 года. То есть мы вложили деньги, и не было никакого результата, мы просто как бы не знали, что нам делать. И я реально хочу сказать, что до сих пор вот именно это слово, когда она мне сказала, сестра, Господь совершает за тебя молитву, я реально почувствовала, что это не просто молитва человека, это намного больше. И именно я хочу сказать, что Господь всегда приходит вовремя, потому что она это слово получила до Нового года, когда мы сидели на рождественском празднике в кругу. И я почувствовала, что это слово было ко мне. Потому что мы вот так сидели, она говорит, у меня есть слово, но я скажу лично. Ну, буквально 2 месяца прошло. То есть я хочу сказать, что Бог уже наперед. Аминь. Он приготовил это слово, и в нужное время Он просто его высвободит. И я так благодарна Господу за то, что из той ситуации, которая оказалась вообще никакая, да, мы там, может, неправильно поступили, но Господь все содействовал ко благу. И сегодня мы как бы имеем результат, и скажу такое даже это не то, что финансовый результат, это намного больше, потому что как бы и наша вера, и вот в семье начали происходить определенные ситуации, то есть есть рост, а это самое главное, как бы деньги Господь всегда обеспечивал, но именно то, что как бы духовный уровень, вера, и когда ты видишь, как Господь двигается, она намного больше, чем какие-то материальные блага. Спасибо. Головка такая была, и как бы ножка, головка. И я обычно никогда не начинаю там исследовать, смотреть. Ну, потому что я понимаю, когда ты начинаешь в это вникать, приходит определенный дух. Ну, как-то я все-таки
зашла и посмотрела в интернет, и там по описанию, ну, это как опухоль, то есть родинка нехорошая. Она сверху черная была, а снизу она была такая красноватая, и она увеличивалась, и реально ощущалась под ней такая опухоль, то есть затвердение. И вот это буквально минута какая-то, знаете, вот этот дух приходит такой, да. Типа нужно бежать и проверяться. Я сказала, так, Господи, нет, я не принимаю это, вообще не важно, что там и как, я просто верю, что я исцелена. Я приказала этой опухоли, родинке, я не знаю, я просто приказала, я сказала, я тебе приказываю, чтобы ты засохла во имя Иисуса Христа и покинула мое тело, всякое образование, новообразование, доброкачественное, не знаю. Не буду ходить к врачу, но это моя личная вера, да, то есть это не значит, что вот каждый должен так делать, а вы смотрите на свое сердце, на свою веру. Вообще это неправильно, когда мы начинаем натягивать чью-то веру на себя. Потом мы не получаем, приходит разочарование, да. То есть вот у меня было дерзновение, у меня было как бы внутри принятое решение, я сказала, вы знаете, что произошло? Произошло буквально, я забыла. Вообще я как бы не сосредотачивалась никогда на этом, но оно в таком месте, что его в принципе, оно всегда давало о себе знать, как бы, да. Вот, но самое главное, что, то есть я поняла, что я не должна ни в коем случае позволить духу страха овладеть мною, потому что, ну, он витает, да. И вот этот страх, все, приказала и забыла, то есть не стала контролировать это. Потом через какое-то время я увидела, что вот эта родинка черная, которая крупная, она засохла. И, ну, это вот у меня был такой был этот, как опыт, да, с бородавками. Тоже долгое время как-то я вот сходила на палец, ходила. Потом думаю, а чего я их терплю? Мне говорят, слушай, ну иди уже выведи. Я говорю, да я не буду на это деньги тратить. И я просто, сидя на работе, вот так возмутился, мой дух сказал, слушай, во имя Иисуса Христа просто засохните. Они засохли и остались. Я сказала, теперь просто очиститесь, мое тело пусть очистится. Тут же все прошло, то есть очистилось. И вот в этот раз вот то же самое как-то. Вот у меня было такое побуждение, желание. Да я это сделала. А вот эта черная родинка, она отсохла, потом она отпала, да, и осталось вот это, ну, как бы место, ну, вот, под которое такое уплотнение, да, было. Ну, вот оно рассосалось, но в процессе, не сразу, если это там в течение, я даже не знаю, в какой момент произошла вот именно с этой головкой, да, головка, как бы, и основание, вот так интересно, как гриб. А вот это оно в процессе, то есть оно потихоньку, постепенно, то есть ты смотришь, вроде ничего не меняется, но ты просто продолжаешь. Нет, я не соглашаюсь с этим, во имя Иисуса Христа просто ты должен покинуть мое тело. Я благодарю Господа, аминь. Это есть Бог живой, Он исцеляющий Бог, да, Он исцеляет. А второе свидетельство, это свидетельство связанное тоже с моей работой. Я обычно очень много делаю, говорю свидетельств. Ну, во-первых, мне поставили окно. Да? Поставили окно. Окно прекрасное. Самое лучшее окно. Все приходит, так, оно открывается и так проветривает. Но я вот благодарю Господа. Вы знаете, я же могла бы лежать. Я же могла бы проявить свой характер, обиду, да, вот позволить быть Вадимой обидой. Но когда ты реально просто позволяешь Богу умерщвлять твои вот плотские, да, желания, какие-то амбиции твои. Это все амбиции, на самом деле, когда мы пытаемся там чего-то. Просто нужно довериться Господу и ожидать. Есть правильное время от Него на все. И свидетельство для меня очень важное. То, что, значит, произошла такая ситуация. Директор, в общем, там, я не знаю, что у него там произошло. На выходных он приходит, весь перевязанный, ходит в шапочке. Естественно, возникают как бы вопросы ко мне, спрашивают, а что это с ним? А чего это он ходит в шапке? Он что, подрался с женой? Я говорю, вы какие-то странные. Я говорю, ну, какая разница, я говорю, ну, это его частная жизнь. Вы что думаете? Я задаю ему такие вопросы. Ну, может, вы знаете. Я говорю, даже если бы я знала, я бы вам не сказала, поверьте. Потому что, ну, это сплетни. Зачем, я говорю, собираете там сплетни? Не, ну, странно, такая жара, он уходит в шапки. Что у него там? Да какая вам разница, что у него там? Ну, человек живой, ну, что он руководитель. Что-то произошло там, то ли труба упала ему на голову, у него свой частный дом, то ли что, я не знаю. Ну, просто я услышала от украинского коллеги, который приезжал, он мне сказал, думал, что я знаю, а я, конечно, не знала об этом, естественно. И он проболтался, в общем, что ему упала на голову труба. И там, видимо, очень серьезная была травма, потому что он почти месяц ходил в головном уборе. Суть в чем? Он меня просит найти ему книгу.
значит, говорит, ну, найдите, пожалуйста, говорит, блин, вот такую книгу, ну, я бы хотела, в общем, ее приобрести. Это уже был конец рабочего дня, он, значит, дает эту книгу. У меня название книги, а сам уезжает. И получается так, что в этот день мы с ним не виделся. А я, значит, читаю название книги, ну, у меня как бы сразу понимание, да, что это за книга, дух какой за этим стоит, оккультный. Я зашла все-таки в интернет, прочитала автора там, в общем, там многие ее боготворят, там восхищаются. Что самое интересное, то, к чему она призывает, в ее жизни это не действовало, потому что она умерла в 74 года, скажем так, да. То есть по ее методике она должна была жить, я не знаю, сколько лет. И я понимаю, что я стою перед выбором. Перед выбором. Я прихожу домой, и я молюсь, значит, я говорю, Господь, ну вот и мое решение таково. Я не буду... Я не стану причастником в приобретении им этой книги. То есть я не стану в этом участвовать. Я, в принципе, готова. То есть я приняла утром решение, что я прихожу на работу, говорю ему об этом, озвучиваю как бы мою позицию. И я уже была настроена, что я, в принципе, готова писать заявление. То есть если мне придется выбирать, да, между исполнением его как бы задания, в принципе, которое к работе вообще, да, не относится, это чисто для его личных нужд. Вот. Думаю, я не буду с ним спорить, там, доказывать, это ваше личное. Это. Я сказала, я вот так принимаю решение, и все, я просто молюсь, Господь. Вот, вот ты просто мне дай мудрости, правильные слова, чтобы они были от тебя. Как это сказать, так, чтобы это было угодно тебе, и не угождая, то есть, да, не лукавя. Я прихожу на работу, через какое-то время он появляется, и я прихожу, значит, захожу в кабинет, я говорю, знаете, вот так и так. А вы знаете, я говорю, при всем моем уважении к вам, я вас уважаю как своего руководителя, но я христианка, я говорю, знаете, что я верующая. И моя христианская вера просто, я как христианка, я не могу принимать участие и помогать вам в приобретении этой книги. Он не ожидал вообще, я чувствую, как у него прям поднимается, и он прям еле себя сдерживает. Он говорит, Рита Гургеновна, ваши желания – это ваши желания, а мои желания – это мои желания, вы должны их выполнять. Я говорю, нет, стоп. Я говорю, а при чем здесь желания? Я же вам не говорю о моих желаниях. Мои желания здесь вообще ни при чем. Я вам говорю о моей вере, моя вера, мои христианские ценности, то, во что я верю. И я просто, вы меня извините, я говорю, но это не личное что-то по отношению к вам. Это то, как я живу, то, как я верю. И я просто не буду этого делать. Я не буду этого делать, потому что литература оккультная, и я не хотела бы помогать вам в приобретении такой литературы. Вот и все. Он. Да я же вас не просил ее приобретать. Хотя если ты как бы... Конечно, все, что он просит, ты должен это и приобрести. Он говорит, ладно, хорошо, вы можете просто узнать, где она есть. Я говорю, ну просто узнать могу, да, пожалуйста, я говорю, без проблем. А приобретать не буду, я говорю. Все, хорошо, я же вас не прошу приобретать. Он же, вы, говорит, просто узнаете, где она есть. А я же так думаю, ну, в принципе, да, почему нет. Я ему сказала, а это уже на его совести, да. Моя задача ему это как бы высвободить. Я уже как бы готова, спокойно, у меня такой был мир, потому что я уже, в принципе, для этой ситуации приняла решение, да, что, Господь, я не буду идти на компромисс, я не собираюсь из-за работы идти на компромисс с этим, потому что это вот определенная ситуация, и я просто плавно хочу перейти... потому что я подготовила, знаете, слово очень долгое время, вообще я очень люблю эти два стиха, это одни из моих любимых стихов в Писании. Первый стих, ну, там вот в Колоссянам 2:9 написано, что «Это владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны». Это призвание наше, представляете, каждого из нас. То есть у каждого есть призвание определенное, да, как вот служение в даре каком-то. Но вот то, к чему нас всех призвал Бог и призывает, это иметь мир Божий, и он должен царствовать в нашем сердце. И другие стихи, то есть, а как приходит мир Божий? Я вот размышляла об этом все время. Написано, что велик мир, давайте откроем, это 118-й псалом, можете открывать, я вам просто скажу, где это. 118-й псалом, самый длинный, да? Стих 165.
Написано, что велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Аминь. Следующий стих – это Исаия 26. Очень люблю его. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Вот и проблема нашего психоза, наших нерв, наших, знаете, беспокойств. На кого ты уповаешь, на кого я уповаю? Взаимосвязь, понимаете? Упование, доверие Господу во всем, в каждой жизненной ситуации. Что бы ни происходило, что бы разум мне ни говорил, где бы я ни была сегодня, через какие бы испытания Бог меня не проводил, а Он будет проводить, потому что вера наша, она должна быть испытана, она должна быть очищена. Мы должны сами увидеть, кто мы есть вообще, насколько я действительно доверяю Господу. Потому что хорошо доверять Господу, когда у тебя все хорошо. Но когда ты попадаешь в такие обстоятельства, причем, знаете, вот эта ситуация, вот у меня на работе, которая произошла, да, ну, он мог бы меня и уволить. И вот, ну, как бы... Моя реакция, она могла быть разной. Я могла бы обидеться на Бога, сказать: «Господь, ну как же так? Я поступила правильно, я поступила по слову Твоему, я не пошла на компромисс. Почему же Ты меня не защитил? Почему Ты позволил меня уволить?» Да? Либо обида на директора, вот он такой сякой, грешник, да, там, нечестивый, там, одержимый духом, ну вот как мы обычно говорим. Либо ты можешь просто... находясь в этой ситуации, как Даниил, как Иосиф, да, что делать? То есть сохранять правильную позицию, сохранять свое сердце. Поэтому твердого духом ты хранишь. Вот этот твердый дух, он приходит от упования на Господа. Твердый дух, высокий дух, вот Даниила, царь, языческий Дарий, он назвал дух. Представляете, языческий царь, он увидел отличие духа Дария от духа всех других его слуг. Он сказал, в нем высокий дух, превосходный дух. Какой? Это дух, который, с одной стороны, уважает власти, которые стоят над ними, потому что он уважал царя. И когда тот посадил его в яму, и он пришел, он сказал: «Бог, которому ты там неизменно служишь, смог ли он, да, спасти тебя?» Что было первым словом, которым ответил Даниил? Он сказал: «Царь вовеки живи». Он его благословил. Вот это и есть тот дух, который Бог ищет в своих детях. Вы знаете, каждый из нас может оказаться в яме. Каждый из нас. И это вообще не зависит от моей, ну, от моей жизни. Да, бывает, что мы попадаем в яму из-за того, что мы нарушаем Божьи заповеди, да, Божье слово. Но бывает, когда Бог сам нас, что... помещает туда, в определенные обстоятельства. Для чего? Для того, чтобы мы продолжали быть его детьми. Аминь. Не просто называться, а быть. Вот именно яма, она показывает мою суть. Она показывает нашу суть. Потому что классно кричать: «Аллилуйя, аминь», пока тебя не гонят. Вообще, какие гонения? О каких гонениях мы говорим? У нас нет гонений сегодня. Мы даже не знаем, что такое гонение. Абсолютно мы не знаем. И вот этот твердый дух, он поможет нам. А начинается он с упования на Господа. И другой стих я читала: «Велик мир у любящих закон твой». Это о чем говорит? Это говорит о моем посвящении Божьему Слову, о моем посвящении истине. Когда я хочу жить в Его истине, хочу поступать по Его истине, независимо от того, выгодно мне это или нет. Независимо от того, что будут говорить и думать обо мне люди или нет, моя любовь, мое бескомпромиссное посвящение Его истине, она дает внутренний мир. Потому что мир, он не внешний. Внешне нет этого мира. Хотя эта система, написано, что мир, да, они как бы предлагают, говорят, но нету этого мира. И эта система, она пытается устроить мир, безопасность без Бога. Но вне Бога нет, потому что мир – это только Царство Божье, где праведность вначале. Не может быть мир у неправедного человека. Это праведность, это мир и это радость в Духе Святом. Аминь. Аминь. Поэтому нам нужны
позволить Господу исследовать наше сердце. Мы можем, никто же не планирует, кто планирует? Никто не планирует оказаться там или там. Но ты можешь оказаться там, и насколько ты готов стоять в истине, насколько ты готов доверять Господу, даже если обстоятельства кажутся, что Бога нет рядом, или Господь там оставил тебя. Нет, Господь верный, Он всегда с нами. Просто есть Его воля, которую, может быть, мы не всегда понимаем, и она нам не всегда нравится. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте помолимся. Здесь у нас одна нужда записанная. Может быть, есть нужды, которые кто-то не записал. Я думаю, что Господь видит все, Он видит сердце, вникает в наши внутренности. Господь, Отец, мы приходим к Тебе. Ты наш Отец, мы Твои дети. И мы ожидаем от Тебя, Бог наш. Мы знаем, что Ты тот, который покрываешь каждую ситуацию. И Ты, Господь, Бог, который никогда не опаздываешь. Мы хотим доверять Тебе, мы хотим уповать на Тебя. Мы хотим, Господь, иметь этот мир, который приходит только от Тебя, Господь. Мы хотим, чтобы наш дух был твердый, чтобы мы крепко утвердились духом нашим во внутреннем человеке, духом Христа, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты видишь каждую нужду. Ты знаешь все от начала, Господь, Ты уже видишь конец. И все, которые, через что мы проходим, каждый из нас, Ты уже знаешь выход этой ситуации. Поэтому покажи нам этот выход, чтобы мы шли дверью, которая Иисус, чтобы мы входили именно через эту дверь, Господь. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Так, слово за жертву, да? Слово за жертву. Евангелие от Луки, 21 глава. Там идет речь о бедной вдове. Многие знаем, много раз читаем, много приводят примеров. Я когда читала эту историю, я просто понимаю, знаете, вот как для меня, как я это понимаю, как я это вижу. Насколько Бог вообще, вот Он не пафосный. Вот Его нельзя, знаете, удивить вот чем-то таким вот, ну, какой-то, каким-то величием, да, одежды, каким-то величием позиции какой-то, и также вот деньгами, да. И когда мы читаем вот это Евангелие, там написано, что многие давали очень много, богатые, клали много, и Он как бы их не осудил. Но почему-то это не коснулось сердца Христа. Вот как-то... Ну, дают и дают, да, дают, приносят. Они не были жадными, они приносили жертвы в сокровищницу, клали. И для Иисуса очень важно. Вот если мы читаем это место, мы видим, что Он стоял и смотрел. Я думаю, сегодня ничего не изменилось. Тот же самый Иисус Христос, Он, будучи на небесах, Он смотрит на наши сердца, Он смотрит на то, как мы это делаем, с каким сердцем мы даем. Потому что для Бога важно, как я это делаю, с каким сердцем я это даю. Вот это важно. Вообще не важно, сколько я кладу. Это не имеет значения. Мы люди так вот, знаете, живя в этом физическом мире, долгие годы без Бога, да, мы все-таки привыкли, да, но, слава Богу, Господь приходит, истинно его разрушает, эти твердыни, эту ложь. Он просто смотрит, для него важно, как ты даешь. У меня в жизни вот эта бедная вдова, написано, что она дала все. И Он ее поднял. Она попала сюда, в книгу Нового Завета, в Евангелии, мы читаем, миллионы людей читают об этой бедной вдове. Бог, знаете, Бог ее поднял, Бог увидел. И я верю, что Он ее и благословил, Он восполнил ее нужды. Об этом не написано, но я больше чем уверена, что она получила гораздо больше, чем она отдала. Потому что Бог что-то увидел. Знаете, вот Христа привлекает что-то. Вот Его привлекает вера сотника, Его привлекает вера хананьянки. Есть вот какая-то вера, особенная вера. И вот мне хочется понять, познать, получить откровение. Вот что это? Вот какая это вера, что она так трогает сердце нашего Бога? Она реально трогает Его. Он даже говорит, то есть она восхищает Его, эта вера. Она восхищает. Он восхитила вот эта жертва. 2 лепты. Ну, это вообще, я не знаю, сколько это. Но мне кажется, это очень мало было, очень мало. Но в глазах Бога это стало большим сокровищем. Поэтому я понимаю, что вообще все связано с моим внутренним содержанием, с тем, как я даю, что я делаю. В моей жизни я много жертвовала Господу в течение многих лет. Но один раз я свидетельствовала в церкви, может, многие не слышали, просто повторюсь, я дала очень мало, ну, 100 рублей, наверное, вот где-то вот так, если, ну, это было просто в Армении, в переводе, может быть, 100 рублей, но это было все, понимаете, вот все. Последнее пропитание, вот как написано, вот точно так же и было. Я отдала это, и была борьба, конечно, был где-то и страх, но я просто приняла решение, что я хочу отдать это Господу, семя, последнее.
доверилась Господу. И вы знаете, так как он благословил это семя, он никогда не благословлял другие семена. Так, таким образом, по размеру. То есть он благословил, написано в 30, 60, 100, да? Он благословил 200 раз. Тут же пришел ответ. Вот тут же я вышла из, буквально из здания, да, где проводилось богослужение. Я вышла, Бог тут же начал меня благословлять. Это была такая слава Божья. И я просто поняла, что вообще не в этом суть. Не нужно переживать, что у меня вот нету, там вот этот брат или сестра дает столько же. Бог смотрит на наше сердце, которое обращено к Нему в доверии, в любви. И в благодарности, понимая, осознавая, что все от Него, через Него и для Него. Аминь. Да, вы можете, братья наши, можете начать свое служение, а мы просто подготовим наши сердца, и пусть Господь нам говорит. Пусть Бог говорит нам, чтобы мы учились давать так, как Он этого хочет.